Всем привет, это канал Physics, и сегодня мы поиграем в Fortnite, чтобы поиграть на озере. Как вы знаете или вы не знаете, куб провалился в озеро, растаял там, и в итоге там образовалась лужа такая фиолетовая, на которой можно прыгать. Сегодня мы попрыгаем на ней, сегодня поубиваем, попробуем хотя бы поубивать. Может, да, чем-нибудь и получится. Окей. Итак, вон оно, наше озеро, если вы видите, там у нас вот такая вот фиолетовая жижа образовалась. Мы на ней попрыгаем, этой фиолетовой жижи. Но для начала нужно куда-нибудь приземлиться в очень нужное место. Тут просто не всегда хороший ут выпадает в этом месте. Поэтому нужно тщательно выбирать место. Ну ладно, думаю, я справлюсь там. Я надеюсь, мало кто полетит. Вот именно на ту дамбу, или я не знаю, как это можно назвать, плотину. В центр домика я не хочу, потому что... Ну, то, что, мне кажется, неудобно будет. Пока что. Все могут полететь сюда просто. Так, ну окей, дробовик — это уже хорошо. Так, нет, давайте лучше здесь сломаем, чтобы сразу упасть на сундук. Так, окей. Автомат. Так, спустимся вниз. Тут ничего. Так, а тут помповый. Ладно, возьму на всякий случай. Так, тут ничего. Окей. Тут уже все закончилось. Окей. А, вон уже там прыгает чувак. Вот такое вот у нас озеро. Так, здесь кто-нибудь есть? Походу, здесь никто не приземлялся. Так, а где челик, который прыгал? А, вон. Есть челик. Сейчас допрыгнем до него. Он, наверное, уже все оттуда украл. О, слёрп. Стоп. Стоп, 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 стоп. Долетел, отлично. Как он так не заметил его? Ценная штука. Куда вы упрыгали? Без меня. Так. Он его убил. Окей. Так. А? Черт, тяжело попасть очень. Так, а, не допрыгнул. Чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо. Так, блин, он забежал уже. Так, а где челик, который стрелял у меня отсюда? Оп. Так. Мимо, мимо. А, попал! Офигеть. Так. Опа, кто-то здесь есть. Что? Ах ты, блин, он... Запрыгнул с шин. Офигеть. Жесткий чувак слишком.
Окей, вторая катка. Попробуем сейчас снова на озеро прыгнуть. Мне кажется, сейчас мы туда же полетим, потому что там никого изначально не было, может опять никто и не полетит. Так. Кстати, с самого начала, когда появилась вот эта лужа, все просто дофига людей было, которые прыгали прямо вот на этой луже. Ну, интересно было все-таки людям. Поэтому такие вот дела. Итак. Сейчас уже народу меньше, но они все равно есть, которые хотят прыгать на озере. Так, я пока не вижу, чем тут можно подкрепиться. Че, вообще нет оружия, блин. Дерево тоже мне. Гранаты. Тут вообще ничего нету. Офигеть. А, ну вот, хотя бы автомат. Я уж думаю, я без ничего останусь. О, офигеть. Среди всякого дерьма валяется золотой петух. Отлично просто. Так, опа. Ого. Неожиданно как встретились. Так, а тут все разворовал, что ли? Неужели у тебя тоже ничего не было? Да, прикиньте, какое-то очень пустоватое место оказалось. А там есть сундук? Блин, вообще ничего нету, офигеть. Так, вот тут что-то есть, подождите. Это дробаш. Отлично, дробаш пригодится. О, не-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 не. Подожди, дай мне дать взять дробаш. А, есть. Фух. Так, дробаш я взял. Так, все. Отлично. Убегаем. Черт, у него снайперка была. Ух, не попал. У меня хотя бы есть дробовик. Так, мы сейчас поскачем. Надеюсь, он меня не попадет. Там кто-то есть уже. Черт. Я как раз хотел туда зайти. Бежал, а? Я к тебе, чувак. Он пытается попасть в меня. Ать, не попал. А, застроился, черт. Тебя выстрелить, а? О, неплохо сейчас было. Да блин. У него уже ресурсов не осталось. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фух. Фух. Так, аптечка пригодится. Так, что остальное тут? Ну и вот это, я думаю, тоже нам понадобится. Так. Я так понимаю, патронов у него не было на дробовик. Куда можно сходить вообще? Может, там никого не было? А, дерево. И оп.
Отлично. А, тут кто-то был все-таки. Все разломано. И здесь кто-то был. Так. Можешь сходить к челику, который на домике? Блин, мне щиты нужны очень сильно. Просто капец. О, сундучок. Сейчас мы возьмем его. Ну, такое себе. Ой, тихо. А кто там вообще? Там никого нету? Что за постройки какие-то странные? Сомнения у меня вызывают. Так. Может, у того есть щиты? Вон он, кстати, прыгает. Вон еще один. А-а-а. Не попал. Черт, у них там месиво сейчас будет. Черт, не попал. Блин. Ну попади, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Вон он. Черт. Пойди. Давай. Давай. Нет. Черт. Нет. Офигеть. Блин, ну как я так не попал? Ну боже мой, столько раз выстрелил, неужели я хотя бы один раз не попал бы? Вот сейчас будет много, мне кажется, людей. Надо... Ну ладно, давай сюда. Так же. Только надо быстро падать. Хотя, блин, я сейчас никуда не успею, я уже все. Уже все все разберут. Хотя можно вон туда куда-нибудь. Фу, туда. Отличное место. Туда. Два сундука аж. Главное, чтобы никто не подстрелил. Я просто все заберу. Спасибо. О, еще один. Так, пока мы восстанавливаем хпшку. У меня одни автоматы, черт. Может, у ребят спросить, вон тех, есть у них автомат или нет? Черт. Да ты... Стой на месте. Ох, фух. Так, дробовик есть, отлично. Ну все. Так, а в доме кто-нибудь заходил? Мне кажется, да, там он это, убил уже того, кто сюда заходил. Опачки. Сидит там.
смотри, со снайперкой хотел меня убить. Фух. Ну, спасибо за снайперку тогда. Блин, патронов маловато. Все украли. Ресурсов. Суши тоже закончились. Я столько перебил народу. Два человека. Да, прям. Прям всех убил. Прям взял и всех убил. Блин, где же можно полечить? Нет, не полечиться, а патроны найти. Лечиться мне пока не надо. Но если я найду большую банку, я, в принципе, не против ее слопать. Так, и ресурсики подобываем. Ты смотри, какой наглый, а? Он ко мне идет? Нет. Не-а, не-а. Не пойдет так дела. Да блин, да как так? Ах. Ну зря ты так сделал прямо. О, Скар. О-о. Да хорош. Ух. Ух, у тебя сильный был дробовик. Больше никто не придет, а? Ого-го-го-го! Что сейчас было-то? Так. Но мы живчиком пока. Так. Так, мы снайперку там выбросили еще. Ну я все перезарядил, отлично. Так, больше тут ничего не осталось. Опять же, нам нужны патроны. Ресурсы уже, в принципе, не нужны. Патроны вы пригодились. Так, не снайпите пока меня. Я просто бегу, никому не нужный челик. Так, опачки. Куда он летит? Так, думаю, можно, не знаю, через брошенные башни как-нибудь пройти. Так. Сундук тут уже облутан. Там что-то валяется. Что это? А, пистолеты. Так, а вот тут никто не был. Это очень странно. Кстати, это очень хорошее место начать отсюда старт, если вы хотите убить всех... Ну тут хотя... Хотя, можно, да. Тут два оружия валяется. И сундук. Думаю, тут тоже можно начинать с брошенных башней. Типа, хорошее место. Так. Там уже кто-то в брошенных башнях стреляется. Неплохо было бы обойти лучше эти брошенные башни. Так, и главное, чтобы тут никого не было. Ай, прям в ухо долбануло.
Ну что ж, мы уже должны уходить от озера, потому что надо двигаться к центру, игра постепенно должна закончиться. Мы выжили, поэтому давайте доиграем, так уж и быть. Ого, тут понастроили. Так. Еще какой-то челик. Вон он. Рагнарёк. Он что, пытается... Тихо. Нет, нет, нет. Мимо, мимо, все, мимо. Ладно. Ух. Ух, нет, 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 нет. Хорош. Ах ты козёл, а. О, господи, вы чё меня так пугаете? Ладно, я все выпью. Чё творится? 6 киллов, 6 киллов. Господи. Так, мне нужно... Нет! Ничего мне уже не нужно. Вот, блин. Жесткий челик. А знаешь что, пока. Ах ты... Да, отстань! Фух. Я убежал от него? Черт. Пытался меня сейчас закинуть гренками. Так, еще одну. Где он? Нет. Эх, плохо случилось дело. Так. Ах ты упала. Да ладно. Челик, у тебя были аптечки? Блин, у тебя ничего не осталось тоже, да? Да блин, мне срочно нужно чем-нибудь полечиться там... Хоть что-нибудь, да, уже. Ладно, может, домик никто не лутал? Еще что, поставлю здесь ловушку. Так... Так, о, еще одна ловушка. Ну, в принципе, ничего не потерял. Так, сундуков не слышу. Походу, здесь нет сундука. Здесь есть оружие просто, которое мне, в принципе, и не нужно. Так, а зона уже рядом, да. Меня могут убить легко. Мне нужно щиты. Щиты и желательно аптечку еще. Ну, ладно, это сойдет тоже.
Еще одна. Семь человек осталось. А я семь человек убил. Так. Окей. А, перезарядка, окей. Так, я все перезарядил? Все, что мое. Блин, Скар сегодня просто тащит. Скар — это классная вещь. Был бы золотой еще, было бы вообще офигенно. Так. Здесь нету ничего. Так, вот тут что-то особо и не лутанное. Ну да, здесь вообще-то были челики, но, походу, не все заметили, что ли. Кажется, тут-то есть. Тут он либо в укрытии сидит просто и боится. Либо я не знаю тогда. Ну, уже получше. Не фул, но хотя бы как-то. Опа, кто-то убегает. Ой, что я сделал? Черт, там чуть-чуть у него хп осталось. Зона... Блин, еще пять челиков, черт. Где все? Где? У тебя есть снайперка? Это неплохо. Так, перезарядочка. Так, сзади никого. Так, три челика осталось. Три челика. О боже мой. Я уже топ-3 занял. С 8 киллами. Погнали наверх. Блин, неудобно. Так, о, там кто-то, кстати, умер. А, что ж, будем сейчас соскочить. Ага, вижу.
Ну-ка, может он вылезет? А где еще один тогда? Просто где-то бегает? Ого! Ты с такой штуки стреляешь? Офигеть, он рядом. Ай, блин. Нет. О боже мой, ты чё творишь, а? Откуда он сейчас будет стрелять? А? Блин, у меня мало патронов осталось, чувак. Еще зона у него, блин. А. Нет. Вон челик второй. Он к нему идет, да. Тихо. Нет. А, блин. Все плохо. Нет, 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 нет. Пожалуйста, не надо. Где еще один челик-то? Куда гранату кинуто? Ай, блин, отскочил, черт. Так, можно полечиться пока. Все-таки хорошо, что я взял аптечку. Жить буду. А где тот челик? Тоже сыт, что ли? Где-то. Оу. Так, я могу выбраться наверх. Отлично. Ага, ага, ща. Так уж и захотел. No. Давай, ю-ху! А чё произошло-то, а? О, господи, королевская победа! Ну, я, конечно, не хотел получать, но... Ну, изначально, как бы, во время записи у меня не было плана такого, чтобы... получить королевскую победу. Я хотел побаловаться с озером. Ну, раз уж так вышло, мы побаловались с озером и получили королевскую победу. В общем, видео удалось мне, я так думаю. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в наш Discord-сервер, группу ВКонтакте, все ссылки в описании, если что, и всем пока!